можно ли заливать бетоном пластмассовые трубы? Я вам скажу одно, не рекомендуется. Почему? Если вы заливаете, то надо создать какой-то тоннель для этой трубы. Почему не рекомендуется пластмассовые трубы? Я так предполагаю, что речь идет о полипропиленовых трубах. В полипропиленовых трубах, особенно если они не армированы, очень большое линейное расширение. Что это значит? То есть, если вот труба проходит в слое бетона, предположим, вот он бетон, и труба проходит внутри в него, вот, предположим, она будет у вас нагреваться. При нагреве она удлиняется и удлиняется на значительное расстояние. Что в итоге получается, если в бетоне труба нагрелась, и она может вывести вот так вот себя. То есть ей надо будет куда-то вытягиваться, если вы залили бетоном, ей ни вперед, ни назад движения нету, то есть вытянуться она не может по своей линии, по своей оси, она будет изгибаться внутри бетона. Что происходит? То есть бетон у вас начинает трещать. Появляются трещины и разрушения. Какой выход из положения есть? Если это у вас дверной проем, опять же, из практики мы сделали что? То есть укладывали трубу каким-то образом, и в трубе, как в футляре, прокладывали уже полипропилен, и потом поднимали вверх. В этом отношении еще можно избежать разрушения бетона. Потом уже заливали бетон. Естественно, вот эта часть, линейное расширение вот этого гусака будет работать вот таким образом. Компенсироваться будет. И то же самое здесь. Вот этот Z-образный угол, он может работать вот так вот на линейное расширение. А здесь в футляре, в трубе, уже будет свое гашение линейного расширения. Вот, в принципе, только таким образом. Либо полностью в футляре каким-то образом все это прятать, либо можно еще в теплоизоляцию из пениного полиэтилена, есть специальная трубная изоляция, в ней можно уложить, она тоже предохраняет от таких вещей, плюс меньше тепла будет отдавать бетону, и происходит еще небольшое скольжение в самой теплоизоляции. Но просто так заливать бетоном я не рекомендую.